нету, Антон. Не подходи ты к винту, ну зачем? Да не подхожу я. Не волнуйся. Да я-то не волнуюсь. Температура, какого? Головки где-то 140 градусов. Вторая сука. А? Неужели сука? Так. Сев, зачем ты подходишь по в плоскость винта, а? Ну что, опять здесь на столой из-под этой самой, из-под створника. Сев, где лезть? Куда? Кто делал? Сев, что у тебя? Вот очень хорошо, сейчас будем разбираться. Очень хорошо. Опа, дымище повалило. Горячий. Лег сверху, сверху подпер, блядь. Это откуда у нас? С выхлопа, что ли? Хлопной коллектор. Не, даже не, с заборника идет. Не, это ты... Значит, получается, плохо заварили? Как ты? Паку не уходил, я смотрел по этому. Там, вот смотри, выдавило опять данный мотор радиатора. Сейчас, а где, Серег, где? Где? А, вот здесь? Градусов прогрева. Ты вот здесь имеешь в виду, да? А, да, вон она накидала, да. Накидала. Здесь все сухо. Это радиатор пипец, блин. Походу. Чем пипец? Блядь, что ты так больно в ответ? Ну, один канал там какой-нибудь заварить, да и все. Так, с этой стороны все. Пипец, шмипец. С этой не все. Откуда валят? Дымище. Либо шланги, либо радиатор. Не, радиатор, скорее всего. Это фиксатор в бок. Тёха, давай капот сними, что ты на него смотришь? Ну у меня в руках камера, заглушка, я чем его сниму, Серёж? Заглушку давай, Марк, сейчас. Так, а что там, водичка течёт, да? Водичка кто-нибудь капот с той стороны, не ушёл. Там Сева, Сева снимает, Серёж, снимай свою часть. Джазу, блин, так ощущение, что гадок. На меня, да. Радиатор, вот, заслонка вообще закрыта. Вот, закрыта, я вот специально держал. Я еще думал, интересно послушать. Вот отсюда течет масло. Его там до хера отсюда. Оно течет откуда-то. Оно, да, я сейчас открою. Открой створку тогда, Андрюх. Створка на замке. Нет, створка вот эта, которая сейчас электродвигателем она опустится. Ну получается, что течь у него в жопе где-то у масла радиатора. Сейчас посмотрим. Не, а мы там не увидим, ее не видно все равно. Сейчас как, ливанет оттуда. Упаковывайтесь, это горячее. Радиатор меня как-то не будет чесаться. Ну почему сухо? Может быть вот... Может быть, с него и течет как раз. Как это сухо было. Вот если, например, сейчас запустится открытым этим, то наверняка тут будет все. Где? Вон, вон, нет, не вот здесь ли что-то? Вот где-то там, наверное. Вот где-то вот здесь такое ощущение. Да. Что, масло радиатор? Да нет, ну тут не видно ни хрена, как можно сказать. Точно. Ну-ка, дай-ка подать. Ну что, единственный вариант сейчас заводиться. Вот пыхнуть, о, пыхнуть, что это такое было? Ну-ка еще раз, это вода. Откуда? Откуда? Смойки, откуда? Она не ушла никуда. Да дуй, Сев, дуй дальше. Это вода и есть. Вот. Дуй. Она холодная. Она горячая. А, ну правильно, соты, они же там больше. Давай, как компрессор, Сева. Смесь воды и масла. Не, не смесь вода и масло. На этой, на капоте это масло явно накидано. Куда мой фонарь делся? А вот это вода. Давай посвечу. Это вода. Андрюх, вот здесь что накидано, вот с этой стороны? Это же масло, а не вода никакая. Это масло, да. Это масло. Ну, вот отсюда. Вот, да. Ну, влилось его, должно быть. Еще, Андрюха, Андрюх, слышь, на видео посмотришь, было где-то там 5-6 хлопков в выхлопном. Вот это уже серьезно. Ну, смотри, вот. Видишь, мокрое все. Здесь? А, на проводе, да? Тут же это болтает соединение. Нет, все. Соединение сухо. А на нем сухо на соединение, оно даже так подгоревшее. Труба нагрелась просто. А может где коллектор входит в это, в цилиндр как бы, да? Ну это как бы масло, которое выбрано. Но обычно в этих цилиндрах масло не вставляется. Скорее всего. Где фонарь мой? Дай мне фонарь. Надо мерить компрессию. Нет. А? Надо мерить компрессию. А что? По оборотам он выдает. Я взлет не давал, я дал 2400. Нафига взлет? Взлет мы попробуем, он выходит. Мучите его на взлет, он... Так, кого ты кто положил? Не умничай. Вообще второй чехол. Влетел. Я попробовал и флюгер попробовал.
и по регуляторам оборотов. Думаю, может где-нибудь по этим шлангам флюгирования пробивать. Можешь вот этот хомут раскрутить, который крепит коллектор? Посмотрим, поднимется еще или нет. Не, вот в принципе, если бы сейчас запустить с открытым радиатором, то наверняка бы у нас все было в маске. Ну давай запустимся. Так нет, надо его закопотировать радиатор и... Зачем? Как зачем? Ну так через него не будет дуть, надо обтекатель поставить на место. Так мы не догреемся до той температуры, чтобы нужно было обдувать это. Здорово, у меня сейчас масло нагретое. Да? Че, закрытый радиатор работает. Сейчас масло... Ты вот это скрывал тут гранище, нет? Это смывал, это новое. Это сейчас выхлоп нафигачивало здесь. Это новое. Оно прям здесь висело, но коллектор... Вообще очень тут странно, откуда здесь масло на дополнительное. Хотя почему? Если бы... Ну вот смотри, правая эта часть радиатора, она сухая, левая часть мокрая вся. Вода. А правая часть, да? Вода, да, ровно.